Здравствуйте, меня зовут Рудный Максим, это Артем Ухаров. Сейчас мы продемонстрируем вам прием из дзюдо, который применять сейчас запрещено, а в бразильском джиу-джитсу он обязательно может пригодиться. Борцовская ситуация, противник правша, первым инструментом мы выигрываем руку, дальше чуть-чуть тянем на себя, противник осаживается назад, выход, да. Второй вариант, если противник чуть-чуть идет на вас, здесь уже движение идет вперед. То же самое, выигрываем руку. Вот такие приемы применять обязательно.